поставим, получим рейс. Вот оппонент неизвестный. И ну, ставить нужно в любом случае. Вот тут можем получить кого-то с хай. Наверное, так и получилось. Да? Всем привет, скажите, как меня слышно? Так, с этого стола будем уходить, поскольку ушел неизвестный игрок, похожий на рекреационного. Задержка 90 секунд стоит, поэтому буду отвечать не сразу. Оппонент неизвестный, достаточно пассивный, поэтому иду по стилю. А почему не 3-бетил? Потому что у него фолд на 3-бет 32% и большой 4-бет был. Поэтому такую руку лучше сфолдить, за нами там оппонентов. Был, конечно, подходящий оппонент для кола, но мне эта рука в коле вообще не нравится. Так, ну у меня микрофон. Секундочку. Секундочку. Так. Ну, у меня микрофон стоит вроде бы на максимум. Так, 8-10 открылись, но оппоненты достаточно хорошо фолдят, 69% и 65% в мультипотах, поэтому я тут с бэкдорами поставлю.
сегодня хоть и воскресенье, но игры достаточно мало на двух лимитах, подходящих под мои критерии. Поэтому будем играть то, что есть. Да, есть, конечно, такие фразы, например, такая фраза, что мы пришли сюда зарабатывать, ну, я конкретно пришел сюда зарабатывать деньги, вот, и если я вижу, что оппонент достаточно пассивен, давал какой-то экшен, то одну пару, конечно, я могу легко зарыть, сказав себе эту фразу и просто подождать для этого лучшего момента. Вот и все. Но иногда, когда бывают, конечно же, ситуации, когда, ну вот у меня буквально, если кто-то смотрит, следит за моим марафоном, то достаточно большое количество времени, не времени, а рук у меня. Так, тут я 3-бет, но бота. Так, здесь поставлю камбет. Достаточно большое время у меня просто крайне. Вот здесь оппонент достаточно пассивный для того, чтобы сфолдить на флопе. Агрессия по флопу 12, поэтому просто фолдит. Так вот, и когда достаточно большое количество рук, ты просто не попадаешь во флопы, и там на риверах, на тернах твои нации превращаются уже, скажем так, в восьмые нации, в седьмые нации, там, то да, иногда такие колы могут проскакивать, но если я сделаю таких несколько колов, я вижу, что это дисперсия, такое бывает, я перестаю делать. Вот, так что всякое бывает. Но главная фраза то, что мы пришли зарабатывать сюда деньги. И 8-7 по колю. А, по колем флоп, и на терне у него крайне низкий конбет. Здесь я буду ставить сам.